Система защиты IDC перехватила около 1000 телефонных звонков мошенников. Это те, что заблокировали сразу. Если звонят с подозрительных направлений, придет специальное оповещение. Систему разработали совместно с МВД. Она успешно работает несколько дней. Около 1000 перехваченных звонков мошенников. И это за 4 дня. Все звонки из-за рубежа. Например, в последний раз мошенники звонили с эстонских номеров. В IDC все внесли в базу и теперь блокируют такие звонки. Мошенники просто не могут дозвониться приднестровцам. Принцип работы данного механизма довольно-таки прост. Первые звонки, это которые поступают с номеров, которые уже были засвечены как мошеннические. Эти телефонные звонки блокируются сразу на этапе звонка. Вторая категория – это звонки, которые поступают с международных направлений, с которых ранее были замечены мошеннические звонки. Наши абоненты получают голосовое уведомление. К вам поступает звонок с международного номера. Обращаем ваше внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества. Будьте внимательны, перепроверяйте полученную информацию. В случае необходимости звоните на горячую линию МВД по номеру телефона 111. Так звучит уведомление-предупреждение. Система защиты – совместная разработка МВД и IDC. Наши граждане теперь будут предупреждаться и уже настороже могут воспринять любые психологические уловки, которые мошенники могут воспользоваться. После запуска механизма предупреждения о мошенничестве мы не фиксировали практически никаких звонков от наших граждан. Будем считать, что механизм вот этого оповещения, он дает свои плоды. Оповещение включается автоматически, если звонят с международного номера. Действует на всех телефонах, и мобильных, и проводных. Хорошо, что сделали такую защиту. Очень даже. Чтобы было спокойнее. Работает защита, это отлично. Вам звонили телефонные мошенники? Мне нет. А знакомым? Знакомым, да. Как не попасть на их удочку? Положить трубку. Положить трубку. Вы слышите незнакомый голос? Сложите трубку. Все. Больше ничего не надо. Уже сказали звонить 3 единички. 1-1-1, если вдруг что. Вам звонили мошенники? Нет. Слава богу. Ну, моей соседке звонили, и она отдала им 3000 рублей. Работу над оповещением против мошенников продолжают. Возможно, текст сократят. Услуга бесплатная. От нее можно отказаться по короткому номеру 1180 или же заказать повторно по телефону 1181.